На пятой минуте уже с передачи Артема Осипова шайбу в ворота забивает Максим Капитуров. Длинная диагональная передача, которую практически в касание вколачивает в верхний ближний угол нападающий Челнов. И уже на 13-й минуте следующую шайбу, которая опять же поучаствовал Максим Капитуров. Шайбу в ворота Ростова забивает Роман Чемерикин. Одного здесь оставили на дальнем пятаке. Игроки Ростова. Не стал бросать сам. Максим Капитуров отдал передачу на Черемикина. И тот с острого угла забивает вторую шайбу в сегодняшнем матче. И уже совсем в концовке, там за 4 секунды до первого перерыва, после передачи Артема Осипова и Булата Матыгулова, Матыгулина, извините, шайбу в ворота Ростова забивает Тимур Шарифьянов. Опять же так, остался один практически на пятачке. Здорово увидели партнеры своего нападающего. И во втором периоде, на 25-й минуте, после передачи Данила Файзулина, вновь Тимур Шарифьянов забрасывает уже четвертую шайбу, делая счет в сегодняшнем матче 4-0. После чего Ростову удается отквитать одну шайбу усилиями Захара Мица. После передачи Семена Сорокина Захар Миц сократил разрыв в счете до 4-1. И больше заброшенных шайб от Ростова мы не увидели. А вот уже на 52-й минуте, находясь в большинстве, после передачи опять же Данила Файзулина, после передачи Юрия Козловского, Адель Булатов вколачивает пятую шайбу. На 59-й минуте после передачи Аделя Булатова Роман Чемерикин увеличивает разрыв в счете до 6-1. И уже через несколько секунд Денис Лепустин делает счет разгромным 7-1. Вот так драматично для Ростова. Вот так драматично для Ростова сложился сегодняшний матч. И еще раз, со счетом 7-1 победу в сегодняшнем матче одерживают Челны. Поздравляем команду, а мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.